Всем привет! Сегодняшнюю мелодию, песню группы Dire Straits «Brother in Arms» «Братья по оружию» попросил меня разобрать мой подписчик Павел Бабичев. Он обратился ко мне с просьбой уже несколько недель назад. И вот дошла очередь до его просьбы разобрать эту мелодию. Честно сказать, я пробовал играть на обычной гармошке, но мне потом все-таки показалось, что лучше взять гармошку в настройке Паддерихтера, она проще играется и красивее звучит. А у кого нет в паде гармошки, играйте на обычной до гармошки, но заменяйте три выдох на три бенд, на два полутона. Я в прошлые выходные ее начал учить, но уже было поздно, я не успел записать, и в эти выходные я ее доделал. Песня несложная, на паде вообще очень просто играется. Да, в общем, больше нечего рассказывать. Гармошка до, в паде Рихтер, Brother in Arms, группа Dire Straits. Поехали.
Ну вот, как вы видите, в общем, ничего сложного, только довольно быстро длинная композиция, да, не очень быстрая. Вот, ну, в общем, вот, я заявку своего подписчика выполнил. Еще раз всем говорю, что заявки я выполняю за донат. Бесплатно я мелодии не разбираю, у меня уже накопилась очередь. Надо сказать, следующая мелодия будет попроще, чем эта. Ну, она вообще другая будет. Павлу спасибо за денежку, за донат. Спасибо вообще всем, кто обращается ко мне за просьбами. Честно сказать, я бы немножко, ну, не такие бы мелодии разбирал, а тут, в общем-то, получается, что народ просит разбирать вещи, которые ни у кого другого нет, а у меня, видите, на канале появляются. Все, на этом с вами прощаюсь. Всем пока, до скорого, еще увидимся. Ставьте лайки, регистрируйтесь у меня на сайте видеогармошки.ру, регистрируйтесь на моем канале на YouTube. Все, до скорого, пока.